Школьники показали главе города, каким должен быть Красноярск. Сегодня Сергей Еремин встретился с победителями конкурса «Город моей мечты». Ребята писали сочинения или рисовали картины, на которых отражено видение юных красноярцев. Идеи ребят впечатляют. Они мечтают, к примеру, о наземном метро и улицах, напоминающих мостовые Парижа. Этот творческий конкурс проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Только в Красноярске участие в нем приняли более 4000 школьников с 1 по 11 класса. В каждой номинации определили по 3 победителя в разных возрастных группах. Лучшие работы отправятся на региональный этап конкурса, который пройдет до 16 апреля. Я изображала на нем чистое голубое небо, свежий воздух. У каждого есть свой дом и семья, которые любят и уважают друг друга. На улице гуляет много детей, бабушек и дедушек, которые присматривают за ними. На улицах чисто. Растут цветы и зеленые газоны.